Всем привет! Это распаковка для портала «Игры и игрушки», и в руках у меня вот такие развивающие карточки для малышей от компании «Ракета». Набор называется «Зрение от рождения». Это у нас карточки для развития и тренировки мозговой активности путем правильной фокусировки взгляда, развития остроты зрения и цвета ощущения. Этот набор подходит как для девочек, так и для мальчиков. Здесь есть карточки по месяцам: 0-1 месяц, 1-3 месяца, 3-4 и 4-6 месяцев. В наборе у нас 32 карточки, и это игра для деток от 0 до 6 месяцев. Игра у нас вот в такой коробочке. Информация для мам и пап. И с обратной стороны информация, как проводить занятия с малышом. Подробно расписан каждый месяц, что малыш может, умеет и видит на каждом этапе своей жизни. И давайте откроем коробочку и посмотрим наши карточки подробнее. Листочки сделаны из картона, с обратной стороны у нас белые. И здесь у нас черно-белые узоры и цветные. Сейчас я разберу по месяцам и все вам подробно расскажу. В первый месяц жизни малыши предпочитают простые геометрические фигуры: клетку, полоску, точки, прямые и ломаные линии. На расстоянии примерно в 30 см от глаз покажите малышу картинку. Ребенок заметит ее, зафиксирует на ней взгляд. Медленно перемещайте картинку вправо, потом влево. Это будет у нас горизонтальное прослеживание. В дальнейшем можно приближать картинку к малышу и снова удалять. Это называется вертикальное прослеживание. От 1 до 3 месяцев малыш может четко фокусировать зрение на предметах на расстоянии около 30 см. И рассматривает детали лица, узоров. Его особенно привлекают изображения кругов, колец и пятна. Ребенок уже может следить за предметами, когда его отводят немного в сторону. И в течение 1-2 минут может зрительно сосредоточиться на неподвижном предмете. В 3-4 месяца малышу начинают нравиться более сложные рисунки. На место прямых и ломаных линий приходят кривые линии и формы. В этот период происходит становление цветовосприятия. К 4 месяцам ребенок видит все цвета и может фокусировать зрение и на ближних, и на дальних предметах. Образы, полученные от правого и левого глаза, начинают объединяться в один. У малыша развивается бинокулярное зрение и зрительное восприятие глубины. Он по-прежнему будет предпочитать кривые прямым и стремиться к более сложным рисункам. Также одновременно можно показывать ребенку две картинки, и малыш будет переводить взгляд с одного рисунка на другой. Более полная и интересная информация о зрении малыша по месяцам дана на обложке к игре. И на этом наш обзор закончился. Надеюсь, вам понравилось. Если так, то ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал Клуб Игры и Игрушки. И до встречи в новых видео. Всем пока-пока!